Вот стойка для беспокрасочного удаления вмятин. Пригождается также для жарки шашлыка. Вполне. Начальник мясного цеха. Хотелось бы, правда, услышать начальника транспортного цеха. Да. Ну, пока что мясного. Пока картофельно-сального. Да, картофельно-сального цеха начальника. А запах какой стоит. Жалко, уже хочется скушать. Запах. Да, ну ничего. Ну что, лампа хорошо светит. Лампа отлично светит. Вот. И не светить-то. Прям отлично светит. Это же как раз таки такой походный вариант, не считая стойки. Ну да. Вот. Костер виден. Сейчас посмотрим, что тут у нас творится. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красота. А запах какой вкусный. Вот. Вот это все сейчас надо пожарить. Ладно, продолжим. Вот они угли. LED-лампа у нас, вот она. Под аккумулятором на стойке. Вот. В лампе видно, что все ровно. Угли ровные. Можно жарить шашлычки. Вот. Благодаря лампочке мы будем жарить сейчас в LED-лампе шашлыки. Чтобы они получились ровными и красивыми. Без применения клеевой, крючков и прочих приборов. Ничего остальное использоваться не будут. Приступаем. Вот так это выглядит. Да, шампура у нас тоже непростые. Вот. Шампура изготовлены товарищами ЗК. Да, ЗК. Вот. Но ЗК непростые. Вот. В общем, скажем так, по классификации беспокрасочной шампуры изготовлены тоже. Ультрадент. Вот. Как минимум. Вот такие вот красивые. Естественно, на них невкусные шашлыки не получатся. Даже если захотеть. Ну все, процесс пошел. Удачи. Маленькая изюминка в виде двух палочек маринованных грибов. Это ни в коем случае не помешает. А запах уже пошел. Все красиво, все хорошо. Удачной жарки, Жень. Спасибо. В такой лампе и не пожарить мясо. Не в жизнь. Транспортного цеха. Что показывает лампа? Лампа показывает, что все ровно, мясо прожарено равномерно. Сейчас можно посмотрим. Снимать. Понятно. Ну вот. Еще один вариант использования лампы для беспокраски. А также можно пользоваться для жарки шашлыков. Вот. Кто не знал, попробуйте. Очень даже хорошо получается. Ах, запах какой вкусный. Ну все. Снимаем. А картошечку надо немножечко дожарить. А в картошечке еще сальце. Вот. Мяско уже все у нас доготовилось. Разложилось по кувшинам. Вот. Все парит, все вкусно. Вот он лучок. Вот они грибочки. Антрикоты, антрикошки, просто чудо. Ах, запах какой хороший. И мясо. Было предложение.
еще взять украинскую колбаску, поджарить на углях. Индикатор говорит, что картошка готова. Ну вот, можно снимать. Вот так вот.